Вы когда-нибудь видели звук? А его можно увидеть. Впервые это удалось еще 200 лет назад немецкому физику Эрнсту Клайну. А с помощью чего это можно сделать в наше время? Для этого нам понадобится звуковой динамик, гладкая пластина, звуковой генератор и сыпучие материалы. Целью моей работы будет получить фигуры Клайна и выявить зависимость между изображениями и некоторыми элементами опыта. Я представлю три метода исследования – теоретический, экспериментальный и анализ. Впервые Эрнст Клайне начал заниматься музыкой еще в 17 лет и увидел пробел в теории звука и решил его восполнить. В основе моей работы лежит понятие «стоячая волна». Стоячая волна – это колебания в распределительных колебательных системах с минимумами и максимумами. Максимум – это пучность, минимум – узел. Это пластина. Это стоячая волна. У нее есть максимум. Вот максимум и вот минимум. Узел. В пучности вибрация будет наибольшая, а в узлах ее не будет совсем. Если поместить песчинку, расположенную не в узловой точке, к примеру, вот здесь, то при достаточно сильной вибрации она будет смещаться в эту точку. Частоты влечет за собой изменение картины узлов и пучностей. С увеличением частоты число пучностей и узлов увеличивается, тем самым изображение становится более сложным. Сегодня мы убедились, что звук можно не только услышать, но еще и увидеть. Возможно, в следующий раз я расскажу вам, как его еще и потрогать.